Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии слышно чудотворение Господа, нам урок смирения и молитвы, можно сказать, учение заключено, а именно исцеление кровоточивой жены 12-летней, ток крови ее неисцельный, когда исцелил Господь в мгновение ока, и 12-летней дочери Иаира, начальника синагоги иудейской, который припал ко Христу с мольбой: «Жите под кров его, дочь, по моя люти страждет и умирает». Здесь мы видим две степени молитвы. И та, и другая благословенная. Но не всякому дается, и не сразу. Мера молитвы кровоточивой. Ей предшествовала 12-летняя подготовка. Ток крови ее означает не что иное, как «грех мой предо мной есть выну». Это была нечистота, та самая, ради которой возбранялось прикасаться во время этого течение крови, как об этом сказано было в книге Левит. Непрекращающееся означает то, что мы грешны и каждый день, и начинаем это видеть, и начинаем чувствовать совестью своей перед Богом неисцельность по человеческому естеству наших грехов, так как мы чада Адама, и расплата за грех — смерть. И Господь пришел взять Адамово естество, кроме всякого греха, от Пречистой Богородицы, чтобы им расплатиться и открыть нам вход в рай, и даровать нам полную победу и полную независимость от этого течения крови. Ибо образ этот он и чудотворит в Евангелии везде. Сила его чудотворения – это Дух Святой, привлекаемый крестной любовью Господа своему падшему созданию. Мы здесь это и наблюдаем со страхом и трепетом. И предшествовало не только покаяние в грехах, все более и более предметное, все более и более глубокое, и покаяние все более и более безответное, когда человек перестает искать всякого оправдания и намека на него не имеет. Смиряется, перестает искать помощи у земных врачей, предварительно истяжав на них все свое имение. Это означает не то, чтобы нам не обращаться к помощи врачей, нет. Но под врачами здесь все люди, изображенные братья и сестры. Перестает такая душа искать помощи людской, помощи человеческой, не по гордости, а наоборот, по смирению. Не потому, что себя ставят выше всех, а потому, что знают, что брат не избавит, избавит ли человек. Знает, что расплата за грех – смерть,
От смерти никто не избавит, кроме победителя смерти. И только к нему, яко очи рабыни, руко госпожи и я, так и очи наши, ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. То есть такая душа ориентируется в глубине души, в глубине себя, только на Избавителя своего. Я знаю, что Избавитель мой жив, сказал Иов на гноище. Это не от отчаяния, не потому что разуверился в людях. Такой человек никогда и не верил в людей. Ему не в чем разочаровываться, так как никогда не был очарован. И это правильно. Это душа трезвая. И все. Это душа, любящая всех. Хотя бы в силу сострадания всем остальным членам рода человеческого. Таким же, как и она. Но не имеющая никаких иллюзий относительно человеческих усилий, человеческой помощи, человеческих любых проектов. И вот это и есть 12-летнее точение крови, братья и сестры, которое смиряет и возвышает душу. Как же она может возвышать душу, когда это течение греха для человека, становящееся духовно очевидным? Грех мой предо мной есть вынут. А так, что может сказать вместе с апостолом Павлом, от них же первый есть аз, от грешников. И плод этого покаяния и сосредоточения следующий, что такая душа не ищет советников, она духовно самостоятельна. Она в себе, как сказано в Евангелии, созрела и выношена помысл, выношенную мысль веры, привела в оружие духовное. Как только прикоснусь к краю ризы, его исцелею. Имела этот помысл. Мы этот помысл тоже имеем, те из нас, которые с таким трепетом приступают к причастию. Но этому предшествует серьезная и долгая подготовка. Покаяние. А без этого человек, когда и приступает ко Господу, когда и причащается святых тайн, бывает, как все остальные, кроме этой жены, которые теснят и гнетут Господа, как по этому поводу замечает всероссийский проповедник Иоанн Кронштадтский. Открываешь его проповеди и читаешь, что в субботы Великого Поста многие теснятся причаститься святых животворящих тайн. От этого мы, между прочим, выясняем и то, что причащались люди не так часто, как сейчас, а Великим Постом, по большей части, и постами, а Великим Постом не на прежде освященных, и даже не воскресенье, а видите, как говорит Иоанн Кронштадтский, в субботы Великого Поста. Почему он выделил именно субботы? Вероятно, были причастники в другие дни, но именно в субботы полагалось причащаться. И теснились, и сейчас теснятся. И между ними только те прикасаются к Господу по благо, которые прошли
этот путь подлинного говения, то есть размышления о язвах и ранах Христовых. Что означают воскрели рис Господних, как не его раны и язвы? Так оно и есть. Но в этот момент, когда Господь принимает эту сокровенно прикоснувшуюся к Нему жену, она в тайне сердца своего исповедала свой помысел и сокровенно от других это сотворил, не могла укрыться, прикоснулся ко мне некто, аз чух, то есть почувствовал силу, исшедшую из меня. Господь открывает этим, что Он есть Бог, единосущный Отцу и Духове, что сила исшедшего, исшедшая от Него, это есть Дух Святый, животворящий. И жена, здесь уже нет ничего тайного, что не сделалось бы явным и сокровенного, что не открылось бы, и всякое наше, братья и сестры, сокровенная тайна, дело веры, милосердия ли, любви ли, молитвы ли, оно неизбежно становится явным. И здесь, то есть в этом и состоит, сердцем веруется правда, усты исповедуются во спасение. Наша вера не является конспиративной, какой-то умышленно сокровенной, а только до поры до времени сокровенной перед людьми, но не перед Богом. И когда Богу угодно, когда нельзя ее скрывать, когда Бог того требует и совесть, делается откровенной перед людьми. Не ради людей, а ради Бога. Так поступали все мученики. И так и жена кровоточивая, на этот раз, когда Господь уже объявил, прикоснулся ко мне некто, не утаилась, а припала к нему перед всеми. И здесь Господь говорит: «Дерзайчи, вера твоя, спаси тебя». Нашел ее веру, видите ли, совершенно. Не сказал ей, как мы услышим, сказал начальнику синагоги Иаиру: «Не бойся, только мы веру. Не падай в вере, стой, не колеблись». А ей этого не говорит, а говорит: «Вера твоя, спаситель». То есть ее вера превосходна. И это есть образ веры для всех христиан. Но, как видим, она дорого обходится человеку, и слава Богу. И слава Богу за это. За эти 12 лет, у кого сколько, это образ того, что кажется долгим, а потом оказывается коротким. Яко несть временное страдание наше к открывшейся славе Божией, говорит апостол. Ничего не значит эти временные. Но в этом и есть вера. Ее нам не хватает. И мы обратим взор начальнику синагоги Иаиру, который тоже имеет молитву, и дерзновенную молитву, и припал ко Христу, и просит его, и молит прийти к нему, потому что у него черь 12-летняя находится при смерти. Как замечает по этому поводу святитель Иоанн Затворник, некоторые говорят: «Молюсь, молюсь, а молитва моя все не услышана. Но подчися войти в чин молитвы неотказываемой».
Слышите, какое слово? Феофан Затворник. У него все такие слова, неологизмы. Этот святой характерен тем, что он берет из русского языка, лепит новые словосочетания и слова, и они остаются. То есть он поступает как настоящий филолог, который не как идеолог. Вот мы видим много идеологов, которые тоже создают новые слова. Перестройка там и прочее, прочее. Не буду вас этим утомлять. Эти слова в мусорную корзину потом уходят, потому что они ругательные, патологические. Они лишены того смысла, который должен был бы быть связан с их корнями. У них спекулятивный смысл. А вот у этого слова, вдумайтесь, молитва неотказываемая. Ты где-нибудь читал такое? У Пушкина, например, нет такого слова. А он спокойно, потому что он затворник. Он может себе позволить из своего затвора. В его затворе, братья и сестры, не было интернета, не было соцсетей. Ты скажешь, их вообще тогда не было. Их и в принципе там быть не могло. Даже если бы они тогда еще были. И мы должны войти в такой затвор внутренний перед Богом, по крайней мере, каждый раз, когда готовимся к причастию. И когда просим у Бога, и Он говорит, потрудись войти в чин молитвы неотказываемой, и тогда увидишь, почему не слышит Бог твою молитву. То есть он предлагает путь покаяния. Когда Бог дает благодать кающемуся, тогда он видит и прежние свои ошибки, как в увеличительном стекле. Грех мой предо мной есть твой, но он видит, что же я делал, разве так молится, разве так готовится. И он даже не говорит, почему, сам увидишь, говорит. Это и есть взгляд духовного человека. Не всем все можно объяснить. Не всем все можно разжевать и в рот положить. О нет! Тем более грехи. И когда мы каемся, мы только в тех можем каяться в грехах, братья и сестры, которые Бог нам открывает в совести. Невозможно ничего инспирировать, то есть искусственно позаимствовать из книг или из каких-то руководств, или по аналогии с другими людьми, или глядя на мир. И даже если будешь вспоминать тщательно свою жизнь и в ней копаться, это ничего не дает. Только когда Бог сам открывает, и тогда не объедешь уже, тогда припирают и загоняют в угол. Грех мой предо мной есть вину, и некуда деваться. И только в том и состоит исповедь, что не прятаться и не спорить соперником своим, как сказано в Евангелии. Соперник есть совесть, которая обличает. И чем же отличается молитва Иаира от молитвы кровоточивой? Наверное, глубиной покаяния, наверное, степенью духовного преуспеяния, скажем так. Но она не отличается мужеством. Также припал ко Христу перед всеми. Она не отличается простотой и прямотой.
предельной искренности. Хотя сама по себе искренность, как некоторые считают, это очень много, она сама по себе ничего не значит, если она сама перед собой. Многие бывают искренними, рвут на себе рубаху и говорят: «Видишь, как я переживаю?» Наше переживание – это ничто. Господни страсти, только они значат для нас. Все человеческие страдания, братья и сестры, не значат ничего. Значит только Господни страдания. А человеческие страдания значат только в том случае, если их кто свои соединяет с крестом Господним. И здесь-то и поверяется, искренность только та хороша, которая перед Богом, предстояние Господу Богу, в мире с совестью, без всякого лукавства. Вот это было у них в обоих. Но здесь искушение поджидало Иаира, так как он именно еще не созрел. Кровоточивый был не страшно, никакое искушение, заметьте. Потому что она уклонилась от всякой огласки людской. Она тайно припала ко Христу. И это самое безопасное. А он находился на опасном пути, потому что множество людей было вовлечено в предмет его прошения. И он знал, и они знали. И он знал, что они знают. А такому человеку всегда гораздо труднее. Он имеет гораздо больше причин оглядываться на людей и не предстоять одному Господу Богу. И думать о том, чтобы быть искренним не только перед Богом, но и перед людьми, это тяжелый труд. И суетный при том. И враг этим и стал искушать, что приходит некто из дому архисинагога, начальника синагоги, и говорит: «Дочерь твоя умерла, не движи учителя». Так как это было публично и известно. А кто этот? Конечно, это сатана. Тот же, кто Иова искушал и принес ему весть. «Дочерям твоим и сыновом твоим пирующим внезапно пришел ветер и коснулся четырех углов храмины, и подеся, и умерли. И один я из бегох, и все пришел возвестить тебе». Тоже. «Не движи, учителя». Арцы, глагол некий, ко Господу и умри. Как опять сказала жена Иова. По сути, те же, тот же смысл и призыв к тому же. Остановись и опусти руки, отчаяйся и перестань молиться, перестань обращаться к Богу и умри от отчаяния, не сходя с места. Вот чего хочет сатана. Господь говорит: не бойся, только веруй. Иоанн Златоуст впрямую называет этого вестника бесом, потому что человек не мог всего это увидеть, и не мог мгновенно прийти, и не мог оттуда один, если все погибли, почему он спасся. И здесь, упаси Бог и нам грешным, быть такими бесовскими вестниками. И подсекать провокационно чужую молитву тем, что объявлять ему о том, что предмет молитвы уже бессмыслен.
Тщи твоя умерла, недвижи учитель. Этот враг всегда бывает, когда мы, имея уже начальную степень братья и сестры, молитвы неотказываемой, когда по слову Максима Исповедника молитва опирается на веру, имеющую неиспытующую, не колеблющуюся надежду на счастливый успех наших прошений. На счастливый успех наших прошений, когда мы надеемся, не оглядываясь. Это от Бога дается, это благодатно. Когда человек молится воистину в глубине души, припадая к Богу, припадая к Его святым угодникам или к мощам святых угодников, например, как в той же ризе Господней. Потому что дивен Бог во святых своих, Бог Израиля. И получает извещение в сердце своем, что молитва твоя услышана. Услышана, принята. Нашла свое место. Прошение, составленное тобою, принято. И пошло в дело. И милостивно прочитано. И человек не сомневается в этом, он знает. Но враг искушает, что все не так. Господь кладет руку свою, берет за руку даже и говорит: не бойся, только мы веруем. Она будет исполнена. Раз прошение принято, оно будет исполнено, но не так, как себе воображает слабый и несовершенный человек. Воля Божия весьма таинственна и непостижима для нас. И здесь мы это видим. Не умерла девица, но спит. Это относится, между прочим, ко всему роду человеческому. Нам предлежит всем умереть. Но эта смерть христианская есть сон до второго пришествия, до воскресения. Мы воскреснем, братья и сестры. К этому готовит нас Церковь, что мы воскреснем, хоть и умрем. Но, конечно, мы здесь на земле молимся, думаю, что это само собой разумеется. Конечно, воскреснем, последний день, как сказала Марфа, Господу. Об этом что и говорить, никто не сомневается, скажут здесь все присутствующие, что мы воскреснем. Разве об этом речь? Мы не хотим здесь умирать. И об этом молимся. А ты нам, что мы воскреснем. Братья и сестры, если мы зерно, падшее в землю, не умрет, то не воскреснет, сказал Господь. Если мы не научимся умирать со Христом, и если мы не обречем себя на смерть в этом мире, и если наша молитва не достигнет меры кровоточивой и у того, и у другого, еще раз скажем, молитва была очень высокая, неотказываемая. Но нужно достичь молитвы кровоточивой. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Аминь!